держу руку, да? Значит, вроде бы чуть холодная пройдет, но она и чуть тепленькая. Клавдия Георгиевна горячую ванну не наполняла давно. Вода из крана долго течет холодная, затем чуть теплей. Зимой дела обстоят получше, а вот летом одни страдания. Соседи, собравшиеся у нее, подтверждают, что проблема эта касается жильцов всего дома. Холодная вода. Вот видите, сколько они, у них счетчики стоят. Вот сколько отпускать, она потом уже платить за это все надо пенсионерам. Жильцы дома страдают уже третий год, обращались в управляющую компанию, все бестолку, там помочь ничем не могут. Мы попытались выяснить, в чем причина этого явления и кто в ответе за такую холодную горячую воду. У ответственности как таковой никто не несет, это технологическое, как бы, ну, инженерное нарушение, оно изначально присутствовало. То есть проложено изначально 3 трубы вместо 4. То есть отопление, подача, обратка, горячая вода должна быть тоже с обраткой, чтобы возвращалась. Она стоит, естественно, остывает, естественно, люди пока не сольют ее, вода горячая не идет в квартиру. Как оказалось, беда эта уходит корнями в историю с момента появления градообразующего предприятия «Авиационный завод» и постройки котельной и сетей теплоснабжения. С тех пор в летнее время, когда водоразбор слабый, горячую воду часами ждут во многих домах. Администрация района утверждает, что работает над этим. Непосредственно администрация города вынесена рекомендация ТКК-14 о разработке плана мероприятий по строительству, значит, циркуляционной трубы. Данную проблему мы знаем. На сегодняшний день могу сказать, что на источнике теплоснабжения температура является нормативной. Нормативной, по словам жителей микрорайона, температура бывает лишь зимой. Им хотелось бы, чтобы она была такой и в остальное время года. И что говорят? Вы что, не знаете, что у нас тупиковое снабжение воды? Нет циркуляции, да? А мы-то при чем? Правильно? Мы-то при чем? Вот. У них нет. Так а нам-то отдайте то, что нам даже, знаете, что не в цене дело. Дело в том, что водичка-то горячая, она нужна для всего. Дмитрий Гамбоев, Баир Саганов, новости дня.